эта седьмая атака совершилась. Совершилась, да. И вот этот кусок упал именно в тот же район, где в 1908 году упал Тунгусский метеорит. Это был повторение Тунгусский, но более-менее в таком меньшем размере. Скажите, а в каком это году? В 2003? Да, вот именно в 2003 году, как раз в седьмой атаке. Солнце собирается нас еще атаковать? Солнце нет. Значит, я тогда еще не понимал, что Солнце, как вот и вы задавал себе вопрос, а когда в следующий раз Солнце произведет атаку? Пока я разбирался, подошел 2004 год, так. И в декабре произошел вот этот вот, накрыло цунами в результате подвижки, литосферной подвижки. Это плиты опустились, и такой удар. Значит, этот удар, эквиваленты по расчетам МГУ Иванова, значит, 18 миллиардов тонн тротилового эквивалента. Угу. Вот такое было. Да, неплохо. А вот... то, что упало в 2003 году, Тунгусский, там, значит, если бы вот по оценкам, также расчета, по тем вывола леса, это значит разрушение, если бы упал он на Крымский полуостров, то бы он его, как говорится, ну, там строение. Он упал все, туда, где никого нет. Да, там никого. Живет. И опять началась также проблема, кого за какие деньги посылать. Как экспедиция, одну, третью, и вот последний там кто-то поехали, умер там и так далее. Ну, в общем, там пошли, никто не может доказать, но это совершенно четко воздействие так, произошло Солнце. Ага, следующее, одновременно с этим было на этой, видимо, цепочке, но с другой стороны галактики, также произошел взрыв нейтронной звезды, и если бы эта звезда была, была с этой стороны и ближе к Солнцу, то бы... ну, случилось бы страшно, но оно не случилось. Не случилось, да. Образно говоря, не случилось. Вот, да, затем, дальше. Когда я, значит, стал разбираться, и оказалось, что в период минимальный такого выстраивания и солнечной активной, значит, идет построение несколько другое. На смену того видимого сверхгиганта пришел невидимый сверхгигант. Полярность поменялась, вращение ее поменялось вокруг, это оно сам по себе. Дыры этой черной, да? Нет, вокруг черной дыры вот такие вот массы, скрытые массы, другой, как говорится, полярности. То есть стояло два, один явный, другой невидимый. Вот тот, стал... который, да, тот, который другой, стоял, не надо, так, не надо, да, ага. Который стоял и действовал на поверхностной солнечной активности, то поменялся этот... то есть вместо него вышел другой. Все понятно. И направление взаимодействия, хотя оно гравитационное также, но все там есть составляющие, поменялось. И тогда уже не Солнце атаковало, а Земля уже начинает и другие планеты атаковывать в этом случае. Почему? Кого? Солнце. Земля начинает атаковать Солнце? Да, изнутри. Понимаете? Вот там подвижка, внутри нашей Земли есть ядро. Оно, значит, под воздействием вот от обратного, оно начинает двигаться. Во время движения, смещения ядра идет накопление, выброс, избыток энергии, который направлен в сторону Солнца. Солнце это не чувствует. А вот мы с подвижками плит это почувствовали. Так вот, зная новый этот механизм кинематический, взаимодействие, динамики, я сразу же определил позапрошлом году, что... в 2006 году точно вычислил время, это с 5 по 12 мая должны произойти такие же подвижки на Земле от внутренней. И они, значит, произошли. Да, значит, я там оповестил, кого надо. Значит, они произошли. Дальше. А дальше можно? Что дальше, да, у нас? Дальше, до 2012, а то время значит, да. Значит, дальше это было, да, подтвердилось на Огненном поясе там, и так далее, понятно, в том же практически район, где это было. Но на глубоководной части. В этом году также ожидается, ну, в конце сентября, ожидается вот новое вот такое выстраивание. В конце сентября. В конце сентября. Вот смотрите, новое сейчас мы знаем, что в Тихом океане расходится Земля и нас подогревают. Мы как бы кастрюля, которую подогревают. Да. Но это огнем. Вот это все от этих взаимодействий. Угу. То есть Солнце с Землей вошло в определенное взаимодействие, разборки называют, бандитские разборки. И эти вот взаимодействия, которые, значит, происходят с другими звездами, они даже и взрываются на этих цепочках, понимаете? Даже звезды взрываются изнутри. Вот эта война называется. Да, вот эта война идет, и вы можете в интернете все найти материалы, какие звезды взрываются, там какие мнения и так далее. Так, теперь, значит, давайте, что впереди у нас? Впереди, значит, годы. Вы же посчитали все это? Да, впереди у нас уже Сатурн находится, уже цепочка уже не будет состоять, Венера, как говорится, Марс поменялся на Венеру в традиционном взаимодействии. Так вот, в этой цепочке станет главный наш виновник всех бед, которые у нас... Кто это? Это Сатурн. Сатурн? Да, Сатурн, ах, самый вот с Луной. Вместе с Луной сговорились, да. Сволочи какие. Да, это вот такая направленность взаимодействия, которой раньше не было, а в данном случае выступает. И поэтому что произойдет, как произойдет, это нужно очень тщательные исследования вести с большой базы данных. К этому наша наука, она не готова в этом изобретении. Ну, мы науку не будем нашу трогать, мы будем вас трогать. Да. Да что нам-то наука? Они сейчас уже отстали безоглядно. Это нельзя так говорить. Да, ну что нам наука? Вы нам дальше расскажите, что дальше у нас? Какие могут быть в данном случае неприятности для нас, для системы? Значит, здесь надо вспомнить не Чижевского, а в данном случае вспомнить больше Вернадского. Вернадского вспоминаем, да? Да, почему мы его вспоминаем? Потому что вот та ноосфера, которую он открыл, значит, интеллектуальный такой, разума, да, разум, сфера разума, она, значит, еще оказалась несовершенной вместе с людьми, вместе с нашей цивилизацией, с наукой и так далее. То есть мы оказались недоразвитые. И поэтому, значит, мы можем натворить в этой ситуации, значит, как бы иметь последствия от своего невежества. Вот те руководители государств, которые сейчас все рассчитывают на то, что все зависит от людей. А? Подождите, а можно как-то без руководителей? Вот можно, для меня их нет. Нет, вот нет, что, смотрите, они принимают. Подождите, глобальная перестройка, которая происходит сейчас во Вселенной, никакого отношения к нашим руководителям не имеет. Нет, имеет, самый непосредственный. Почему? А почему я должна от них зависеть? Не, а я вам вот объясняю почему. Значит, не только они, но и те, которые находятся за пультами управления, пусков ракет, атомных электростанций, и так далее, и так далее. Ну, тех опасных производств, и если они будут невеждами, если они не будут знать всего этого механизма, причин, которые... Они их все равно знать не будут, я вам точно говорю. Нет, нет. До 2012 года 5 лет осталось, никто из них никогда в жизни этого знать не будет, потому что они преследуют цель прибыль, простите, и власть. Вы что? Мария, я вам четко скажу, что этот конец этого года будет знаковым. И те события, которые произойдут, сразу же заставят их узнать. Всех заставят... Так, вот это самое важное. Значит, еще раз скажите, в конце этого года... Да, в конце года будет всем ясно от этих событий. Будут знаковые события, которые раскроют всем мозги. И все отбросят те предположения, что вот они идут, конечно, там климат меняется, там холодание и так далее. Все это будет, как говорится, сразу пересмотрено, и здесь появится уже четкое определение. А что они поймут? Это даст, это значит, что даст? Это значит, все будут на готовности, значит, все знать будут, что в ближайшее время вот можно ожидать таких катаклизмов, что их нельзя воспринимать будет как, вот, допустим, нападение какого-то противника. Потому что из земли будут вырываться такие сполохи, такие шары будут. Это ответный ряд. Сполохи, у меня тоже это было, что вот-вот размягчилась темя, и вот-вот прорвется огненный сварог из земли. Да, потому что изнутри земля работает. Скажите мне теперь такой момент. Кто-нибудь знает, откуда этот сварог прорываться будет? Чтобы оттуда съехать. Знает, знает. Вот это все происходит. Если это все указано, вот указало метеориты тунгусские, значит, тунгусские метеориты, они встречают и были взорваны над поверхностью именно этими шарами той возбужденной части. Есть там такая магнитная, ну, будем говорить, ловушка. Вот в какой части, значит, там, где пал Тунгусский метеорит, там и темя земли. Нет, там, я вам сказал бы, такой магнитный, как говорится, магнитная воронка. откуда это входит куда и выходит, понимаете? Вот там, как говорится, такая вот магнитная обстановка существует. А где будет прорываться этот сварок, шары эти? Ну там же, в раю, в Сибири. В Сибири. Да, в Сибири будет. Сибирь вся, образно говоря, там погибнут люди. Ну нет, почему погибнут? Это ну, в тайга, ну там людей-то практически нет, вы понимаете? Там же нет, а те, ну, которые... как нету, все-таки да. Там есть люди. Ну в общем, это же... это... животные, люди, растительность. Это же глобальные, это не просто какой-то, это по всем, это будет такой... Нам что делать? Вот скажите. Вот просто появится, как говорится, 13 лун, и все будут смотреть, кто оттуда идет. А когда вы будете знать, что это такое... 13 лун появится? Ну, это как это, библейских всяких. Так, скажите так мне, пожалуйста, такую вещь. Только очень, пожалуйста, вот что людям-то что делать? Вот как им, что нужно им, как себя изменить, чтобы вот все-таки ну, что-то такое... Во-первых, нужно, чтобы люди были предупреждены и не паниковать. Чтобы они были, не натворили себе бед. Ну, это не да. Паника. А может, надо что-то для этого, нужно как-то да. изменить себя? Может, надо... Нет, изменить, конечно. Потому а что мы вообще этот период должны переживать, и кто останется, и так далее. Для этого есть условия, потому что не зря же в Библии сказано, вы знаете, Иоанн Богослова, который говорил, что будет, грядет суд Божий. И так, когда из могил подымутся живые и мертвые. Значит так, суд Божий будет в ближайшее время. Раз. Образно. Он но образно. Это все понятно, все равно это, образно. Да. Вот живые и мертвые да. поднимутся, это да. тоже образно. Да. Но здесь есть и другое еще. Нам оказывается помощь. Сверху. Да. Инопланетян. Вот внешне, я говорю, внеземная помощь. Внеземным разумом. Вот да. мы сейчас переходим к теме, это, что да. вот эта помощь оказывается на протяжении тысячелетий, вы говорите, нет, да? Она, оказывается, она накапливала эту информацию. И она сейчас только уже вот все раскрывается, прочитывается. Она, да, она прочитывается. Вот это вы раскрыли да, фестский да. диск. Что нет, основ... не только фестский диск. Ну еще там что-то. Что основное? Это, подождите. Это ну, и вот эти пиктограммы на полях. Вот хорошо, вот тысяч, это вот все. Десятки тысяч. Ну, короче, очень много артефактов. Подождите, очень много артефактов. Просто да, по времени, много, да, чтобы все успеть все-таки нам. Вот скажите, все вот эти артефакты, условно, и фестские диски, и на полях круги, там и то, и все, и пятое, и пирамиды, и пирамиды. И ты, да, все. Основное, что они говорят? Они показывают нам да, сценарий развития. Они показывают сценарий, время развития, время экстремальных событий. Они показывают параметры даже, геофизические параметры. Они не показывают, кто останется жив, а кто нет. Я такой вопрос задаю. Шкурный. Если бы у меня были такие, как говорится, собственные наработки, поэтому, вот я им говорил всем, как говорится, нет, подождите, нет, только знания. Вот понимаете, вот если вы знаете ту по науке, вот как я занимаюсь, знаете ту ситуацию, которая происходит, вы сразу же можете определить, что же заложено в этом диске или там других. Понимаете, вы сразу осознанно начинаете их читать. Просто читать. Нет, ну хорошо, мы прочитали осознанно, и вдруг мы понимаем, что прочитав и узнав их осознанно, мы понимаем, что мы обречены все равно. Тогда нет, зачем было их нет, читать? Как обречены? Ну а как? Народы это... Люди погибнут, люди, много нет, людей погибнет. Это, ну, это надо производить расчеты. Вот какие, что значит расчеты в данном случае? Это значит, нужно знать, кто где, какое количество живет в таком-то месте, вот какие говорите, события будут что происходить. Будут прорываться огненные свароги это... из земли, она начинает бомбить солнце. Но если это будет да происходить... Встречать. Простите, ну кого встречать? Нет, оно будет вырываться и опять входить в себя. Ну, в этот момент, когда будет вырываться огонь, что будет с людьми, простите? Ну, это смотря кто где находится. А кто рядом находится, сгорит? Опять я вам говорю, это же в первую очередь Сибирь, которой там почти людей-то нет. Вот простите, когда пришел цунами, сколько там тысяч человек погибло? Почти 250. 250 тысяч. Да. Одним махом, раз да. и нету. Ну, а вы не можете предположить, что возьмет вот Москва, да? Тут да. миллионы живут. Вот что-то прорвется тут, и все 9 миллионов. Ну, я думаю, что какие вот в данном случае, какие могут быть более такие губительными действиями да. вот, природного характера. Это значит, в первую очередь, всегда во всех, это землетрясения идут. Это, вы знаете, это вот у шлейф, фильма, это да. шлейф таких больших, мощнейших но землетрясений. Но никто же не может рассчитать, где эти землетрясения. Простите, когда-то в Киеве разверзлась земля, туда ушли дома с людьми, и все, да, и даже да, закрылось. Да, да. И все. Но это вот можно попытку сделать. Это можно, это и нужно было бы делать, но никто не хочет заниматься делом. А никому это и не надо. Да. Вот смотрите, на самом деле остается 5,5 лет. Второй негативный, крупнейший и самый, может быть, для всех губительный, это наводнение. Вот смотрите, вот между прочим, об этом столько пишут и говорят, да, это наводнение. Что я вам честно скажу, что народу стало абсолютно все равно. Вот я сколько спрашиваю, да? Народ говорит, а нам по барабану. Нам всем по барабану стало, людям. Никто не реагирует вообще, вот вы не поверите. Ну, это вот зомбирование идет от этих противоречий, от... Да потому что столько противоречивых знаний пришло, что люди уже перестали реагировать. Вот смотрите, интересный момент, я сейчас вам задам вопрос. Вот сейчас, в эту секунду, допустим, возьмет и снесет целиком всю Америку. Кто-нибудь глазом моргнет? Ну, всю Америку не снесет. Ну я для примера, подождите, я не про то сейчас. Да. Вот сейчас объявят, что снесло всю Америку и исчезло. Вот кто-нибудь заплачет? Ну, честно так, ну, честно. Нет, ну, как же, что они там, это, которые... Ну, заплачут те, у кого там родственники, да, правильно? Да, и все, или и все. Вне этого. Ну, а другие-то, конечно, но это уже политика, тут я хочу сказать, что какие там причины наиболее худшие, чем, допустим, в России там или в других местах. Ну, у нас Сибирь, это понятно, там это, а у них же на юге, рядом с Мексикой, такие разломы. Понимаете, если они... А вы знаете, что под Москвой разломы страшные? Да это не то, это все карство, это все такие мелочи. А там плиты, вы понимаете, континентальные плиты, если они начнут там опускаться, там Анды или что там начнут, это уже подвижками. Идут, да? Я не знаю, будут перемещения какие-то. Вот что будет, это главное. Вот такие места, Япония, Англия там. А другие вот другие места. Вы знаете, вот кто-то Сталин, Иосиф Виссарионович Сталин говорил: если погибает один человек, это трагедия. Если погибают миллионы, это статистика. Да. Вот то, о чем мы сейчас говорим, это уже не трагедия, это уже статистика. Да, это уже, как говорится, статистика. Когда разгул сатаны идет, дьявола, тут уже. Ну вот то, что мы околпачены и одурачены, это он перед концом света, образно говоря, перед переходом к новому свету, это, так сказать, идет этот разгул, да, так я понимаю? Да. Вот. Но осталось ему разгуливать 5,5 лет. Понимаете, вот по этому циклу, или переходному периоду и так далее, вот это, как говорится, 7 периодов прошло, и самые последние периоды, и вот эти вот происходящие изменения, они, каждый раз их время сокращается, вы понимаете, по событиям, по темпам событий каждый раз увеличивается. Это увеличится не из-за того, что он сам там разделился, этот период, а потому что процессы электромагнитные там и так далее. Вот то, что вы сейчас говорите, как бы, да, оно понятно, людям-то оно слушают, они думают, ну и ладно, там разделилось, да, не разделилось. Вот у нас еще времечко есть, вы все-таки давайте подведем резюме. Вот итого, опасный переходный период. Да. До 2012 года, да, вы открыли вот ряд моментов, что происходят изменения во всей Вселенной. Это мы подводим резюме, да? Значит, да, резюме я так бы сказал. Да. Вот смотрите, еще, чтобы было четко. Значит, почти 11 911 лет, великий цикл. Переходный период 72 года. Подождите, это все было. Нет. Давайте так, я вам сейчас одну вещь говорю. Осталось, подождите, вот для меня совсем другое волнует. Да. Вот осталось 5,5 лет до 2012 года. 5,5 лет. Вот сознание человека устроено таким образом, что вот сегодня вот эту информацию, на нее реагирует, образно говоря, если реагирует 0,1% населения, и знают они, то это хорошо. Остальные как жили, так и живут. Да, и будут жить. И будут жить дальше, по барабану им, да? Да. Вот потому что, между прочим, идет развитие экономики, прибыль, там, деньги, наслаждение и так далее. Вот. То есть, вот я хочу вот это взаимозавязать, потому что не завязано одно с другим социальное вот общество и процессы, идущие из Вселенной. Вот это как-то... Для чего нам эти знания, если все равно никто ничего не реагирует? Но это известно, нет, это ситуация известная. Или все-таки что-то произойдет, да, и человечество, да, все узнает. Да, вот именно человек будет реагировать тогда, когда, как говорится, петух пропоет, правильно? Почему? Потому что когда человек оказывается в новой реальности, в новых условиях, будет напуган и так далее, у него сразу же... То есть через страх. Через страх, только через страх. Другого пути воспитания нету. А и сейчас знаю, как не призывайте. Бесполезно. Бесполезно. Простите, это бесполезно. Да, сейчас бесполезно. Техника, да, таких, кто-то на машине, только да, считает. И все надеются, что он спасется, пронесет там или так далее. Каждый человек считает, уедет куда-то. Да, нет, так нет, да. Главное, чтобы он, вот я им еще раз говорю, чтобы он не навредил. Вот первый момент, когда это произойдет, чтобы люди поняли и сказали, а что мы делали для того, чтобы это еще хуже не было. А можно такой вопрос? Вот смотрите, да. на земном плане есть как бы два типа людей. Вот одни паразиты, хищники, которые грабители, которые потребители. А одни творцы, назовем их условно, созидатели и, так скажем, вот и добрые, и злые. От сатаны и от Бога. Вот произойдет ли что-то, вот разделение некое такое, вот Бог и сатана, мы все-таки разберемся с этой вот субстанциями двумя, Богу да. Богова, а кесарю да. Кесарю, вот как-то так, или как будем? Потому что те негативы, отлично... когда уйдут, они обязательно уйдут, и когда люди, оставшиеся, поймут, что они, те, которые были, оставшиеся. Них, и они остались, которые, значит, они жили, имели, как говорится, направленность, ориентацию своего развития неправильную. В этом отношении, опять возвращаясь к этому Фестскому диску, там сказано так, что человек разумный, он на несколько, допустим, 36 тысяч развивался. Так, вот. Он, что значит разумный? Вот он... ну, разумный, разумный. Все понятно. Но он не является человеком. Они пишут, что он не всякий такой человек является готовым к совершенствованию. Так. Понимаете, что значит совершенствование? К развитию, к развитию, да. Потому что если человек способен, он не будет накапливать, он не будет за золотого держаться тельца, он не будет во время жить в пороках и грехах. Да, да, чтобы человек с голода помирал, а он жирел. Ну, не будет этого, понимаете? Значит, эти люди каким-то образом будут уничтожены, а те, которые способны к эволюции, должны остаться в живых. Так нет, если даже и не уничтожены, но те могут, которые, может, потеряют все, они потеряют наверняка, значит, они могут как-то перейти, оставшись в живых, они сразу ориентацию могут. Значит, дальше они просто не нужно так жить и опять прийти к тем же результатам. Вот вы знаете, я вам сейчас одну вещь скажу. Вот на периоде России за 15 лет было показано, как у всего народа на глазах, и в частности у всякого, были одни ограбили других. Вот как бы там чего не изменились те, вот, допустим, эти, как они, Березовские и прочие, я с ними в одном мире жить не буду. Я просто заявление напишу, не хочу и не буду. Нафиг они мне нужны, я их в гробу видела, называется. Нет, тогда, когда это все произойдет, новые будут, соглашения такие. Общие. Нет, соглашений я вот никаких с ними заключать не буду. Нет, вы не будете, а будут приняты... Такие законы, такие соглашения, и соглашения как бы уже согласованы или подтверждены нашим Всевышним, и тогда люди могут ориентироваться. Если вы нарушаете этот закон, вор должен сидеть в тюрьме, правильно? Или тогда это земные планы. Вот да. Вы еще говорили, что инопланетная цивилизация, которая налаживает с нами контакт, они говорят, сейчас просто мы уже заканчиваем, о том, что старые представления нашего разума, они абсолютно дебильные, и их нужно как бы забыть. Нет, не так это надо понимать. Значит, человечество в своей цивилизации настоящей прошло только половина пути в познании. А второй половины нету. А да, еще второй половины нет. Значит, это отдельная тема. Да. К сожалению, вот мы очень быстро, я прямо жала, торопила, вот и мало чего успели рассказать, потому что время, к сожалению, как-то быстро пролетело невероятно. Да. Вот и мы заканчиваем передачу нашу Е=mc². С вами была ведущая я, Мария Карпинская, и у нас в гостях был, вы скажите, Владимир Васильевич Бубненков. До свидания. До свидания. Всего доброго. По закону отражения, говорят, все в этом мире происходит без сомнения. Каждый день и каждый час, и на нашем настроении всевозможные затмения, излучения и свечения отражаются подчас. И на нашем настроении, и апатии, и рвении, увлечении и влечении, вплоть до умопомрачения, все небесные знамения отражаются тотчас. But I'm